находимся в сердце практически перуанского бизнеса. Вот. Вот этот вот белый порошок, который здесь повсюду, который целый город снабжает весь мир. Причем в России тоже он доходит, наверное, я надеюсь. Стоит он не так дорого, в общем-то. А водичка зачем рядом? Водичка, собственно, рождается. И так вот мы немножко себе там отломили на обед. Вот, пахнет солью. Вот, и на вкус тоже соль. И, в принципе, здесь целая вот эта гора вся, это соль. Мы ходим по соли, смотрите, это прям хвально. Соль земли.